2015 год в России официально объявлен годом литературы. И как сказал Владимир Владимирович Путин, главная цель самого проведения года литературы – напомнить об ее исключительности, значимости и особой миссии. Не секрет, что в России стали меньше читать, к сожалению, огромному сожалению для всех нас. И возродить в обществе ценность хорошей книги принципиально важно. И сегодня в рамках года литературы в школе номер 9 города Конаково прошел открытый урок по творчеству Сергея Есенина. В этом году отмечает величайшую дату – 120 лет со дня рождения замечательного, всеми любимого русского поэта Сергея Александровича Есенина. И мы тоже решили внести в это участие и посвятить дню рождения Сергея Александровича Есенина наш литературно-музыкальный сценарий. Как известно, за время своего литературного творчества Сергей Александрович Есенин написал более сотни стихотворений, несколько маленьких поэм и крупных эпических произведений. И в рамках литературного вечера на сцену выходили ученики 11 класса и читали любимые стихи поэта. Помню, как по спине пошла мелкая холодная отрыбь, когда я услышал: «Пишет мне, что ты, тая тревогу, вспоминаешь шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шишуне». Помимо стихотворений, ученикам показали фрагменты из фильма «Есенин». В главной роли Сергей Безруков, который сыграл самого поэта. Быть поэтом – это значит тоже, если правду жизни не нарушить, рубцела себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души. По словам директора школы, это не первый литературный вечер, который проходит для учеников в этом году. Раз в неделю учителя и ученики проводят классные часы по произведениям классиков. И раз в месяц устраивают открытые уроки для учеников младших классов, которые с удовольствием слушают стихи в исполнении будущих выпускников. В рамках года литературы в этом году детьми вместе с учителями подготовлено огромное количество мероприятий. Второй год в нашей школе действует музыкально-литературная гостиная. Эту гостиную устраивают учителя истории Хлыбов Сергей Александрович, учитель русского языка Волкова Наталья Петровна, учитель химии Разумова Галина Владимировна и учитель истории Коростелев Михаил Юрьевич. В этой гостиной участвуют дети с 6 по 11 класс. Итак, вот в рамках года литературы в этом году были представлены композиции по Пушкину «Золотая осень». Эта композиция была представлена весной. Очень интересная композиция. Вообще хотелось бы показать это не только детям наших классов и нашей школы, но и мы можем выезжать в другие школы представлять.